Возвращением, Эрик. Я готов. Отлично. Удачи. Как оцениваешь свои силы? Это будет легкая прогулка. Что бы ты ни решил, возьми рацию, чтобы поддерживать связь. Я неплохо разбираюсь в компьютерах. Может, помогу с чем-нибудь? Удачи, Эрик. Отправляясь в музей, я раздумывал над словами Розы. Вампир. Сама мысль была невероятной, абсурдной, но доказательства были очевидны и неопровержимы. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет и скажет мне, что все это шутка, но никто не подходил. Пока приходилось с этим смириться и сосредоточиться на цели. Музей Хардинга возвышался предо мной, как монолит, способный вынести надвигающуюся бурю. Как мне казалось. Похоже, не один я собирался в музей сегодня ночью. Кто-то еще прибыл сюда до меня. Кто-то, у кого руки чешутся пострелять. Роза, ты меня слышишь? Да. Что случилось? Ты уже нашел Блуминга? Пока нет. Тут вокруг полно людей, и они явно не ради ночной экскурсии. Туристы не ходят с автоматами. С автоматами? Будь осторожен, Эрик. Лучше всего войти в здание через пристройку. Она соединена с фойе на верхнем этаже. Хорошо, до связи. Черт, как же я это ненавижу. Что? Стрелять в людей? Нет, погоду. Слышал, опять объявили штормовое предупреждение. А, ты об этом? Конечно. Но не все так плохо. Я просто пытаюсь сосредоточиться на работе. На работе? Но тут все как по маслу. Нам повезло, всего-то один участок зачистить. Если не появится полиция, то это проще простого. Ага. Но стоит появиться хоть одному копу, и здесь станет неуютно. Ладно тебе, один не проблема. Он может и просто исчезнуть. К тому же капитан прослушивает их чистоту, так что мы будем предупреждены. Как скажешь.
вход в музей был перекрыт. Этим путем внутрь было не попасть. Придется идти по туннелю через пристройку, как говорила Роза. Пока все чисто. Никаких следов проникновения. Дождь, идущий в последние часы, вызвал затопление в некоторых районах города. Несколько дорог и подъездов заблокированы вырванными с корнем деревьями и упавшими ветками. Пожарные уже развернули работу на нескольких фронтах, но пока что обуздать стихию им не удалось. Эксперты считают, что шторм будет держать нас в напряжении всю ночь. Мэр объявил в городе чрезвычайное положение и запросил помощь Национальной гвардии. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ-радио. Сэр, я перекрыл все аварийные выходы и открыл дверь для вас. Вижу четверых. Нет, пятерых охранников. Они как сонные мухи, у вас не должно быть проблем. Пока не вижу объект, сообщу, как только появится. Роза, я на месте. Здесь был один из посетителей, но я с ним разобрался. Хорошо. Подсоедини к компьютеру передатчик, что я тебе дала. Тогда я смогу войти в систему. Готово. Отлично. Секунду. Доступ открыт. Но здесь происходит что-то странное. Они использовали систему, чтобы перекрыть все выходы. Судя по вооружению и готовности стрелять по охране, тут происходит что-то интересное. Я с тобой свяжусь. Наверное, это и есть книги, нужные Тому.
Вижу вас! Роза, я на месте. Можешь открыть дверь? Конечно, минуточку. Система безопасности такая старая, что это уже само по себе служит защитой. Но я ее обойду. Нужно только кое-что подправить. Я еще тут, не волнуйся. Вот так. Сезам, откройся. Что это было? Тихо.
Есть новости? Никак нет, сэр. Пока нет докладов от групп 2 и 4. Группа 2 пока идет вперед, но наткнулась на сопротивление. Думаю, они могут сами о себе позаботиться. Будем надеяться. Мы сильно ограничены по времени. Рассчитывать на двери не приходится. Как там оцепление периметра? Хорошо, сэр. Я говорил с Альфой 2 5 минут назад. Он занял позицию и будет сообщать обстановку. Отлично. Продолжаем. Есть, сэр. Альфа-2, доложи обстановку. Альфа-2, отвечай. Альфа-2, ты меня слышишь? Сэр, не могу связаться с Альфой-2. Странно. Мне проверить, сэр? Давай. Потери! Я его отпускаю! Прикрой! Убить вампира! Роза, я наткнулся на грабителей. Они ищут что-то или кого-то. Тогда постарайся найти Блуминга и поскорее убраться оттуда. Пока все чисто. Никаких следов проникновения. Думаю, наши парни в вестибюле тоже никого не пропустят. Комната, в которую я вошел, хорошо охранялась. Пожалуй, даже слишком хорошо. Жюст, это состязание Эй, хватит. Между двумя всадниками. Мы сюда не на выставку пришли, ясно? Блоками. Прошу и прощения, капитан. Составлявшая часть... Меч – символ власти и свободы, а также большого воинского почета. Наверное, показалось. Меч – символ.
символ власти и свободы, кровосос нашего а также убил! Большого воинского почета. Средний осторожно, он тут! Я его даже уничтожу! Комната, в которую я вошел. В средневековой там Европе боевой топор, казалось, уже окончательно устарел. Однако по мере распространения лат стала расти популярность сравнительно простого оружия рубящего и ударного действия – булав, кистеней, боевых молотов и топоров, поскольку от такого тяжелого оружия не мог защитить даже самый прочный доспех. Меч, эй, кто символ здесь? Власти и свободы, а также большого воинского почета. В средние века меч нередко служил символом слова Божьего. Имена, которые давались мечам в литературе и истории, указывают на высокое положение и богатство их владельцев. Жюст — это состязание между двумя всадниками, вооруженными копьями, нередко составлявшие часть рыцарского турнира. Своим происхождением средневековый жюст был обязан тактике тяжелой кавалерии высокого средневековья. В позднем средневековье он превратился в особый вид состязаний, сохранявший популярность вплоть до XVI века. Середины 13 века кольчуги начали усиливать, и в конце концов их заменили латами. Латы, защищавшие большую часть тела, стали применяться в Западной Европе с конца 14 века и использовались вплоть до 17 века. Это состязание между двумя всадниками, вооруженными копьями, нередко составлявшие часть рыцарского турнира. Своим происхождением средневековый жюст был обязан тактике тяжелой кавалерии высокого средневековья. В позднем средневековье он превратился в особый вид состязаний, сохранявший популярность вплоть до XVI века. Рыцарское копье – древковое оружие, предназначенное для конных воинов. Оно длиннее, прочнее и тяжелее, чем пехотное копье, и не предназначено для быстрых выпадов или метания. На турнирах применялись копья с тупыми наконечниками,
предназначавшиеся для того, чтобы выбить противника из седла, не пронзив его при этом. Булавы использовались вплоть до 17 века. Булавы хорошо пробивали доспехи и вскоре стали излюбленным оружием всадников, а затем и символом благородства и власти. Варианты этого оружия с подвижным навершием, крепящимся к рукояти цепью или ремнем, назывались кистенями. Закрытый шлем, полностью закрывающий голову владельца, появился в начале 16 века как разновидность армета. В отличие от последнего, купол шлема был удлинен вниз, а нижняя часть лица защищалась не двумя раскрывающимися половинами, а специальной пластиной, бивором, которая приклепывалась у висков в тех же точках, что забрала, и могла подниматься вверх. Кинжал стал оружием средневековых армий в XII веке. Он был дальнейшим развитием средневекового универсального ножа. Вначале он, вероятно, должен был дополнять рыцарский меч и использоваться в качестве вспомогательного оружия при поломке или потере меча. В средневековой Европе боевой топор, казалось, уже окончательно устарел. Однако по мере распространения лат стала расти популярность сравнительно простого оружия рубящего и ударного действия – булав, кистеней, боевых молотов и топоров, поскольку от такого тяжелого оружия не мог защитить даже самый прочный доспех. Круглый щит или баклер отличается от других щитов в первую очередь удобством. Круглые щиты привели к появлению каплевидных щитов, которые можно считать самыми распространенными в Европе XI века. Нижняя часть была значительно удлинена по сравнению с круглыми, давая всаднику большую защиту. В европейской истории коронация стала важнейшей церемонией при восшествии на трон нового монарха. Вытеснив традиционный ритуал помазания, основанный на миропомазании царей Израиля. Однако в средние века традиция еще сохранялась, пусть и видоизменяясь.
Корона и скипетр, с давних пор использовавшиеся при коронации, также играли важную роль в коронации христианских монархов и служили символом божественного порядка вещей, в центре которого находился монарх, данный Богом правитель и защитник. RF Radio. Нахожусь одну из дам в восточной части города. Здесь работают сотни людей, стараясь удержать напор поднимающейся воды. Несмотря на обильный ливень, люди убеждены, что сумеют защитить город. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио. Атака на музей выглядела странно. Эти грабители действовали слишком профессионально, как военные. И они не пытались ничего украсть. Я боялся, что они пришли за тем, за кем и я. За Блумингом. Головная боль внезапно вернулась. Я не мог сосредоточиться. Вокруг все закружилось. Более неудачного времени не придумать. Пришлось вернуться и найти местечко потише, чтобы отдохнуть. Спокойно, Эрик. Все хорошо. Голос ангела в моей голове пропал так же быстро, как и появился. Но с ним пропала и боль. Нужно было скорее найти Блуминга. Нельзя позволить боли управлять мной. Теперь говори, где директор? Понятия не имею. Давай! Но я не знаю! Говори, или стреляю! Я не знаю, где! Черт, старик, это было обязательно? Ты чуть меня не зацепил! Извини, не мог больше этого слушать. Черт! Thank you.
грудная клетка и живот вскрыты, обнажая внутренние органы. У-образный надрез идет от обеих ключиц к грудине и далее вниз до самой лобковой кости. Так можно легко добраться до всех внутренних органов, не повредив их. Интересный музей. Так, с этим покончено. Оцепить помещение, возможно, это не конец. Охрана музея отбила нападение. Однако охранники едва ли понимали, что я не один из них. Темнота по-прежнему была моим другом.